In Baikalsk, a town of 30,000 people, the pulp and paper mill, employing 3,500 workers, remains the main economic activity. With Russia keen to develop its exports to countries in the Far East, the mill is in an increasingly strategic location. Потому что экономика развития сибирского региона сегодня приближается к тихоокеанско-азиатскому этому региону. Значит, поэтому наше, так сказать, предназначение работать с азиатским регионом в плане экономических отношений. И сегодня аспект использования лесных ресурсов и использования, значит, продуктов из леса, которых очень большое количество. Поэтому я считаю, что предприятие сегодня одно из узловых предприятий региона Сибири, которое направлено с точки зрения правильного, грамотного комплекса эксплуатации тех лесных ресурсов, в котором мы расположены. The mill remains at the heart of the conflict between economic growth and environmental protection that is characteristic of Russia's transition. Local groups are still calling for the plant to be closed. I think that this could have been done in Soviet times. It could have been done relatively easily because it could have been a political decision to re-employ those people in some other town, for example, some other place. This could have been done in those days. Now it's more difficult, but in order to make decisions of that kind and to solve problems of that social kind, you need to have the political will. But the economic risks make closure hardly likely. В рынке всегда были риски, поэтому будем, так сказать, в зависимости от этих рисков и маневрировать. Значит, ну а о том, что вопрос вообще прекращения деятельности, значит, существования предприятий, ну, я считаю, что наше техническое развитие сегодня нашего, значит, да, оно достаточно высоко, чтобы этот вопрос больше не поднимать.